Всем добрый день. Сегодня у нас на обзоре лыжный модуль мотобуксировщику Dragster M500. Так, фара, пластиковые лыжи, удобное сиденье, широкое. В данном мотобуксировщике есть электростартер и подогрев ручек. Это все опционально. База остается такая же, как у 500-го. Есть руль, что быстро при переставлении органов управления можно из снегохода превратить его обратно в мотобуксировщик. Аккумулятор надежно зафиксирован. Так, руль закрываем. На данной модели установлен реверс с удобным включением, защита цепи. Что еще? Электростартер, органы выведены вот здесь. Очень удобный ящик, из него ничего не выпадает. Фаркоп идет штатно сразу же. По комплектации сиденье опрокидывается для удобного доступа к капоту. Капот открывается, защелка и поднимается. Вот. Очень удобно обслуживает редуктор и вариатор. Натяжитель цепи. Так, обратно закрываем капот, складываем. Сиденье надежно фиксируется и никуда оно не пододвигается. Рулевые наконечники, все зафиксировано, все очень надежно и крепко сварено. Защита ног, которая приминает снег перед гусеницей, если снег достаточно глубокий. Руль регулируется по углу наклона. В принципе, очень хороший аппарат.